Все, вот он. Ну на коленку передержись, что она не такая долгая, не отдавит вам коленку. Проходите. Да не ходящий, пройди. Как у нас быстро рассасывается, а? Вот прямо мигом. Как снег тает. Вот так мы приносим жертву. Жертву общения, которое угодно Богу. Молимся. Царю небесный, утешителю души истины, и железесый, и все исполняя сокровища благих, и жизни подателю, иди вселися в ны. И очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, освети наше собрание, Господи. Не дай нам согрешить делом или словом против Тебя, против Твоей истины. И чтобы мы могли истину Твою донести людям, не знающим Тебя. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Братья и сестры, прежде всего, в самом начале собрания хочу покаяться пред вами, пред братом Сергием и его мамой Татьяной Ильиничной. Я надеюсь, что он увидит этот ролик и простит меня. В одной из пришедших воскресений я говорил о том, что они испытывают страхование. Он мне написал, что такового нет. Порадуемся, что нет у них этого. И простит меня Господь. И Сергий, и Татьяна Ильинична простят меня, что это я вот изрек. Так что простите меня ради Христа. И брат, прости меня ради Христа. Вот, о болящих. Я не вижу сегодня Загуляевых. Они не звонили? Нет, Галя звонила, она сама заболела. Детки здоровые, а она сама заболела. Помоги, Господи. Помолиться. Ну вот, а Игорь, наверное, брат Игорь, скажет. Кто не знает еще, что брат Игорь Дыбунов третий раз по скорой помощи госпитализирован в городскую больницу. Вторая хирургия, второе хирургическое отделение. Палаты пока еще у него не было, лежит в коридоре. Нет, это... Есть палаты? Да, у Марины, слушайте, я была. Я не знаю, она просто на посту, может быть, она безымянная палата. Ну, лежала он около поста. На втором посту целый день. Лежит, прямо на втором. Да, на втором посту. Так что вот... В городской, да? В городской больнице, да, в городской больнице на Комсомольском. Комсомольский и Дмитрова. Зоя Шубина звонила с внучкой. Ей привезли там внучку больную, и она сидит с внучкой. Еще хотела объявить, Витя Савченко звонил, и мы с ним разговаривали. Он очень просил всех, чтобы помолились за его брата Игоря. Он помогал ему, и вроде такое-то, а
запил и попал, в общем, там что-то нехорошее случилось, его, ну, с головой что-то, и все. И очень просил, чтобы все помолились за него. И еще звонила Валя из Казахстана, наконец получила бандероль. Только больше месяца шла бандероль. Ну, всех благодарит и поклон всем посылает, поклон низкий. Всегда помнит ролики, смотрит, она мне ролики рассказывает. Вот, это я разговаривала еще с Ниной из Осинников. Тоже, кто помнит, бабушка к нам приезжала такая, славная. Ну, вот, тоже болеет за болящую, помолитесь за болящую. Одна она сейчас там. А что, умер? Умер. Вот. Священник умер? Нету. Одна. Братья и сестры, хочу вот вам предыдущие или предыдущим собранием были здесь весы. Сломали? Зашкаливало, да? Это не смешно, братья и сестры, не смешно. Я хочу сказать о том, что вот это лишнее, которое мы носим на себе, оно сопровождается многими-многими болезнями, в том числе и желчекаменные болезни. Вот сколько я наблюдаю, у худых это очень редко бывает, чтобы была желчекаменная болезнь. У полных нарушается обмен, и желчекаменная болезнь, как правило, у них происходит. Вот брата наблюдаю теперь уже в третий раз, анализирую его ситуацию, и думаю, что у него наверняка может быть это желчекаменная болезнь, которая вот камешек там где-то попадает, и возникает острая ситуация. Температура, боли страшенные. А это может сопровождаться еще дополнительной патологией. Очень близко связаны вот эта гепатобилярная система, желчевыводящая система и поджелудочная железа. Воспалится поджелудочная железа, развалится все, это уже там... Смертельно. Очень, практически, очень высокий процент смертности при этом заболевании. Так что вот, легко накопить, а избавиться от этого сложно. Так же, как от греха. Так что лучше выйти из-за стола чуточку голодным. Вот какой-то не получается. Но вот потом получится вот то, что имеем. Так что имейте в виду. Вот. Еще о болящих мы всех упомянули, да? Ну, молитесь, чтобы Господь воздвиг брата нашего. Весь пост он болеет из одной больницы в другую. Да, до поста еще начал, и вот до сих пор все еще в больнице. Вот. Что еще? Да, брат? Хотел поблагодарить всех, кто поучаствовал в деле молодых. Корову купили, привели. Слава Христу, аллилуйя. Да, всех спаси Христос. Они обещали рассчитаться, ну, в смысле как, отблагодарить вас натурой. Ну, они обещали, я передаю их обещание все. Еще у меня такое, не замечание, а совет даже не знаю. Я сегодня увидел, как берут антидор, освященный хлеб. То есть антидор надо брать ладошкой, чтобы крошечки все остались у вас и висели. А я видел, что брали рукой. Пока донесут, рассыпят, не дай Бог. Тело, скажите. Нет, целиком, но ладошку, чтобы крошечки все остались. Должно быть благоговение перед этим. Это святыни. Ну вот я сегодня увидел, что взяли вот так и пошли. Что. Тело, скажите, сыну вашему, как сделать. Еще взял, пошел. Без конца мы говорим об этом. Но вот как-нибудь. Как говорится, капля долбит камень силой, а частным падением. Так будем падать на ваши мозги, капать будем постоянно. Потому что благоговейное отношение к святыне должно быть. Должно быть. И вот взяли кусочек, вернее, антидорчик взяли, взяли кружечку и отошли в сторонку. Дайте место другому, чтобы подойти можно было. А потом передайте сами, поставьте вот эту чашечку пустую уже. И я еще хотел добавить, рассказать, что у Любы Минаевой был тот же самый кризис несколько лет назад. Она резко в пост начала поститься, ничего не есть. И у нее камень в желчном пузыре двинулся, и у нее было очень плохо. А тут еще он выпил масло. А масло растительное, любое растительное масло, оно способствует от продвижению камня по желчевыводящим путям. Поэтому это может быть спровоцировано. Тоже можно что-ли? Я предупреждал.
как обычно, в понедельник после воскресенья пасхального в 8 часов у нас будет пасхальное утреннее здесь. Ну, а кто может, значит, где в течение недели на Страстной Седмице, можете в храм, значит, быть на молитве. А здесь не будет? Ну, а кто здесь будет? Мы всегда собираемся на Пасху. Ну, на Пасху собираемся. Да. Но я говорю нет, про неделю, я про Пасху не говорю. Среди недели. На неделе, на неделе. На неделе, в каждый день там служба особая в храме, поэтому кто имеет, значит, к этому прилежание, обязательно побудьте. Помолитесь храму. Вот. Ко мне какие вопросы? Да. В календаре написано, да. Значит, читать понедельник, вторник, третий, шестой, девятый час Евангелия. Евангелие. Ну, там читай. Там, значит, по уставу должно быть, за эти три дня на часах прочитывается все четыре Евангелия. Вот. Но в храмах начинают читать где-то со второй уже недели поста, помаленьку, значит, читают эти Евангелия. Мне должны прочитываться все Евангелия четыре за время Великого Поста. Ну, где вот распределено, там это на три дня, но начинает обычно, чтобы было не очень это, то это продолжительно было. Поэтому, можешь там одну главу, там сколько прочитаете вы. Потому что... Еще что? Так, свечи я положил там на столике пасхальные. Откроешь двери, раскроешь, 12 часов тогда там будет. Двери раскроешь. Все, там все приготовил. Вот. Свечи возьмешь, там раздашь свечи. Ну и все тогда. Что, нет никаких больше ко мне вопросов? А потеряете тоже на неделю вы службу каждый день? Со среды с вечера начинаем, в среду вечером. В среду вечером начинаем у нас и далее у вас в четверг литургия, где совершается, вспоминается вечеря, которую Господь совершил с учениками своими. Вот. Читается Евангелие, Страстные Евангелия, 12 Евангелия. Вот. Ну и там вынос плащаницы у нас все это. Да. Вот. Вот так вот. Там мы начинаем со среды с вечера будет у нас богослужение. В школе уже занятий не будет. Все так. Так что все. Потоп ожидаете? А? Потоп ожидаете? Не понял. Потоп? Да. Потоп, что нам ожидать? Нет, пока нету, вода не идет, но через плотину на втором мостике вода пошла. Прямо через плотину идет, там была ниже низина, низина, то есть плотину не сохранить. Там, это, там много трещины пошли, трещины по плотине, и вода идет через трещины. Там никак не, ничего не сделали. Значит, плотину упустили, уйдет плотина. Ну там где, да. А так пока еще вода не идет нигде. Снег уплотняется, снег уплотнился, лежит снег, а нигде еще нет ручья. Ни одного ручья нигде не идет вода. А то, что там идет вода, это она там набирается, там родники, видать, дальше по логу. И она набралась. Ну и то, что были дожди, она собралась немножко, и сразу она пошла. Прорвало. А половодь еще как бы вода, как идет обычно, ее еще нет воды. У нас на горе по 5 метров сугробы были, и все куда делись. Снег был, у нас больше штакетника не видать было, а сегодня штакетник почти до низу, и снег как-то плотный так уплотняется, и все. Как еще что? Вы когда встаетесь? Я сказал, в понедельник утром. В понедельник утром в 8 часов у нас будет пасхальное утреннее. Это 17-го. 17-го. 16-го Пасха, а в понедельник утром, если живы, здоров буду. Вот так. Будьте здоровы. Какую-нибудь сетку для рыбы сделали для крапивца, чтобы не вымыло их. Да, поставили мы на лагерном, это где Комогорика, там поставили сетку металлическую. Пошли карасики, вы, видать, из-под льда как-то не выходили, но небольшие такие карасики. Ну, мы на Благовещение наловили немножко на уху, там это, штук 15. Просто они прибивают их к сетке уже этих, и мы их брали, прям руками ловили. Ну, сетку поставили, но крупных нету, особенно ни одного карпа не выходило, только вот эти карасики. Карасей мы давно тоже запускали, они там есть караси. Да, они караси живущие, они выжили. Он даже так лежит, вот он выплыл на это наверх, и во льду он замерз. Лежит, я его беру, он не живет. В руках вот так подержал, он задрыгался, с хвостом за это. Вот крест.
Ага. Нагревается уже. Но он просто, видно, не до конца замерз, а переохлаждение у него, и он как бы замирает. Вроде бы так. И он не шевелится совсем. А когда в руках отогрело, он, значит, хвостом за... Гипотермия называется. А? Гипотермия. Видишь, как называется? Гипотермия. Когда производят операцию на сердце, то вот вводят человеческое тело, снижает температуру его. До 35 градусов, до 34 градусов, то есть ниже тем температуры, и тогда все процессы жизненные, жизневажные процессы в организме, они замедляются. Вот. Так вот, короче, чем можно охладить? Льдом. Знаешь, работать над тем, что скоро будут замораживать. И нас заморозили сейчас, это пока ты. А через 10 лет оттаяли и будем жить. Так, что еще? Ничего больше ко мне нет? Занимайтесь дальше. Спасибо, Христос, дочка. У кого есть слово, у брата есть слово, прочитать толкование на сегодняшнее Евангелие. Озвучивай нам, брат, толкование святых отцов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня в храме читалось Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 18 стихи. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявшая фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Толкование. В 10-й день месяца выбирают агнца для заклания в праздник Пасхи. Об этом читаем в книге Исход, 12 глава, 3 стих. И с этого же времени начинают приготовлять все необходимое для праздника. Обыкновенно и за 6 дней до Пасхи, то есть в 9-й день месяца, едят роскошно, и этим днем начинают праздник. Посему и Иисус, придя в Вифанию, разделяет вечерю. Евангелист, желая показать истинность воскресения Лазаря, говорит: «А Лазарь был одним из возлежавших с ним». Ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал. Словами же, что Марфа служила, означил, что угощение было в ее доме. Она не поручила служение служанкам, но исполняет оное сама непосредственно. И Павел говорит о вдовице, которая умывала ноги святым, 1 Тимофею 5:10. Итак, Марфа сама служит вообще всем, а Мария воздает честь только одному Христу, потому что она внимает ему не как человеку, а как Богу. Ибо она пролила мира и отерла волосами головы, потому что имела понятие о нем не такое, какое имели другие, не как о простом человеке, но как о Владыке и Господе. Евангелие от Иоанна 12, с 4 по 8 стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказав же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Толкование. Иуда
будучи любостяжателен, не одобряет такой образ попечения. Почему, как бы говорит он, принесла ты не деньги, из коих мне бы можно было бы украсть, а мира? Как же другой евангелист, Матфей 26:8-9, говорит, что все ученики сказали это? На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но прочие говорили не с такой мыслью, с какой Иуда. Господь не обличает Иуду, хотя знает, что он сказал это с намерением Татя, то есть вора. Ибо не хотел посрамить его, научая и нас долго терпеть таковых людей. Впрочем, прикровенно Господь упрекает Иуду в предательстве и в том, что он предаст его на смерть по любостяжанию. Если же Иуда был любостяжателен и тать, то почему Господь возложил на него распоряжение деньгами? Потому самому, что он был тать, чтобы отнять у него всякое извинение. Ибо он не мог сказать, что предал его Иисуса по любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но и нося ящик, он не был верен. Ибо он уносил, то есть крал то, что туда опускали, и был святотатец, присвояя себе подаяние на дело святое. Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Верх зла в том, что Иуда впоследствии предал Иисуса и Господа. Видишь ли, до чего доводит любостяжание? До предательства. Итак, апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем всех зол. 1 Тимофею 6:10. Потому что оно предала Господа и всегда так делает. Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег как меньшему прочих, ибо служить около денег меньше, чем учить, как и в Деяниях 6:2 апостолы говорят: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стих. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Толкование. Те, которые пришли к Господу, были благонамеренны прочих, бессознательных и неистовых. Ибо пришли не для одного только Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря. Так как совершилось поистине величайшее чудо, то многие желали быть зрителями воскресшего, может быть, в надежде узнать от Лазаря что-либо о находящихся в аде. Фарисеи же так бесчеловечных, что хотят убить не только Иисуса, но и Лазаря, потому что он для многих послужил поводом ко спасению через чудо, над ним совершенное, людей бесхитростных приводя к вере. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12-13 стих. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Толкование.
От того, что многие уверовали, увеличилась зависть врагов. Из этого восклицания мы уразумеваем, во-первых, что Он Бог, ибо осанна значит спаси, Псалом 117:25. Ибо на еврейском языке читается осанна, на греческом же «О Господи, спаси!» Спасать свойственно одному только Богу, и к Нему сказано «Спаси нас, Господи Боже наш!» Из всех мест Писания всякий узнает, что спасение приписывается Писанием только одному Богу. Итак, восклицавшие Христу словами Давида этим показывают, что, во-первых, то, что Он Бог, потом, что Он Бог в собственном смысле, ибо говорит «грядущий, а не ведомый». Последнее нечто рабское, а идти самовластное. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 14 по 16 стихи. Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Захария 9:9. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Толкование. Прочие сказали пространнее, а Иоанн короче сказал: «Иисус нашед молодого осла». Так как цари Иерусалимские по большей части были несправедливые и корыстолюбивые, то пророк говорит: «Не бойся, дочь Сиона, царь, о котором я предсказываю тебе, не таков, но кроток и смиренно мудр, и нисколько не горд». Это видно и из того, что он пришел, сидя на осле. Ибо он вошел не в сопровождении войска, но приехал на одном осле. Восседание Господа на осле было и образом будущего. Животное это по закону нечистое, было образом нечистого народа из язычников, на котором Иисус, Слово Божие, воссядет, подчиняя себе этот непокорный и грубый наподобие осла новый народ, который он и возводит в истинный Иерусалим после того, как он стал ручным и покорным ему. Ибо уже ли Господь не возвел на небо тех язычников, которые стали его народом и покорились проповеди евангельской? Пальмы, может быть, означали то, что он, воскресив Лазаря, стал победителем смерти, ибо пальма давалась на боях победителям. Прошу тебя, подивись евангелисту, как он не стыдится, а открыто говорит о прежнем незнании апостолов. Ученики, говорит, сперва не поняли сего, но поняли тогда, когда Иисус прославился. Под славой разумеет вознесение, последовавшее за страданиями и смертью. Тогда-то, без сомнения, по сошествии Святого Духа, они познали, что это о нем было написано. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17 по 19 стихи. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Толкование. Фарисеи, говорящие: «Видите ли, не успеваете ничего», говорят это не по лукавству, ибо были не из числа наветовавших на Спасителя, но
представляются благорасположенными только неявно, потому что не имеют явно противостать неистующим против Господа, пытаются утишить их последствиями дела, говоря как бы так: какая вам польза от того, что много строите ков над человеком сим? Сколько вы не злоумышляете, он все более растет, и слава его умножается, ибо мир, то есть весь народ, идет за ним. Посему, не имея никакого успеха, оставьте ваши ковы и не грешите понапрасну. Аминь. Аминь. Слава тебе, Господи. Аллилуйя. Братья и сестры, я вас в предыдущее воскресенье просил молиться о рабе Владиславе. Помните, кто такой? Забыли и не молились, стало быть. Я все-таки прошу помолиться. Ему очень сложно. Это коллега мой, с которым я переписываюсь, с которого, ну, он принимает, во всяком случае, мои размышления, привожу цитаты из Библии, пытаюсь в сложной ситуации помочь ему. И это, в частности, и мне на пользу, потому что я с позиции ислама, с позиции православия, с позиции иудаизма должен рассмотреть то, к чему он, так сказать, тяготеет, что в нем есть, понимаете? Вот такой клубок в нем это находится. И вот в предыдущем письме написал о том, что он одновременно носит в качестве талисманов и крест, и талисманы иудейские, и мусульманские, исламские. Вот, меня это подвигло тоже к исследованию с этих позиций, и ислама, и иудаизма, и православия. В православии тоже это есть. Кстати, к сожалению, среди православных. И я благодарю Игнатия Тихоновича за то, что он борется и в этом плане, нас разумляет. Он постоянно говорит о том, что у батюшки, чтобы не должно было быть этих вот символов, которые могут быть восприняты как идолы. А очень легко даже крест принять за идол. Сделать из креста делать идола, потому что этот сатана, дьявол, клеветник, он постоянно пытается самые тонкие, самые сокровенное в наших мыслях, в наших сердцах осквернить и испортить. Очень прошу вас молиться об этом рабе Владиславе и о мне, чтобы Господь меня умудрил, чтобы я правильно ему преподал учение нашей Святой Апостольской Церкви. Чтобы я тоже не заблудился в этих изысканиях. Но я-то основываюсь, конечно, в Святом Писании прежде всего. Но интересное наблюдение есть у меня со стороны исламита, то есть мусульманина, который рассматривает вопрос. Ему задают вопрос, почему мусульмане не используют кресты и свечи. И вот я в следующий раз, в одно из последующих воскресений, я вам принесу, какие бывают талисманы, идолы так называемые, с позиции православия, и как нам относиться к тем атрибутам, которые у нас используются в православии, чтобы нам не скатываться в идолопоклонение, что осуждается постоянно на протяжении всего Ветхого Завета. Израильский народ постоянно, и вспомните, как мы наблюдаем из Ветхого Завета, как только израильтяне истинно поклонялись Богу, уходили от идолопоклонения, то они благоденствовали. А как только они впадали в идолопоклонство, так всякие беды на них нападали. К сожалению, самый мудрейший из царей, царь Соломон, тоже по наущению своих жен скатывался к этому. Так что нам надо быть очень внимательными в этих вопросах. Ну и молитесь, вот о чем я попросил. Виктор Андреевич, а вот о Владиславе об этом, я так поняла, что нужно, ну как помолились здесь и все, я не подумала, что нужно еще дома молиться. Потому что такое тройственное, так даже и страшно так, только чтобы Господь обратил его. Ну конечно, обратил к истине. Конечно, к истине. Но он принимает. Они ездили в Рафинскую обитель, которая вот на в Рождественский пост, они ездили туда, в Рафинскую обитель, которая недалеко от Казани, и они там чувствовали себя хорошо, и благодать испытывали, как бы вот Духа Святаго. Он поставил свечу, говорил я вам о том, что он поставил о здравии моем свечу в храме. Ну и вот одновременно и то, и то, и то, и то, и то, и то, и третье есть.
Так что сложная ситуация. Виктор Андреевич, я еще не закончила. Дело все в том, что как бы такую молитву нужно, вот я, когда, как Игнат Тихонович мне сказал, говорит... Об обращении. Нет, подождите. Я спросила у своих братьев и сестер, у всех, когда уверовала, я говорю, если это вы даете, будете, как бы, у вас есть такое желание, чтобы я за вас молилась. Как, говорит, ты молилась? Я говорю, за обращение только к Богу. А кто-то подумал, кто-то сказал сразу да, а потом кто-то потом сказал, тоже молись. А вот так вот, если он хотел бы, чтобы за него вот молились мы, а то вы нам сказали, и как-то я вот посчитала, что тут помолились и достаточно о нем. Ну нет, вы расположения, не я ж не, так сказать, не могу. Не, я не то, что нет расположения, а вы у него будьте добры, спросите, хотел бы он, чтобы за него христиане молились? Да, за... надо спрашивать, надо молиться еще. А нужно ли спрашивать? Не надо спрашивать. Нужно ли спрашивать? Если я хочу об этом... Нет, я же вам говорю, что он не противится. Но я только что вам говорю, что... Даже если бы противился, он не противится. Они не противятся, он принимает. И при том он говорит, я должен разобраться до самых азов, до самых низов, до самой глубины истины, чтобы потом принять. Если вы меня, говорит, он написал мне в последнем письме, если вы меня заставляли под смертной казнью, что принимай вот ислам или иудаизм, то я не принял бы его, прежде чем не разобравшись в глубине вероисповедания того или другого. Это говорит о чем-то, что он не просто так вот, а хочет разобраться. Господь коснулся его сердца. Да, чтобы Господь его расположил, чтобы коснулся и наставил на истину. Можно? Да я хотел сказать, вот все к нашему так сказать, барану возвращаюсь. Сережа прочитал все по наше занятие. Прочитал место, где говорится о воскресении Лазаря. А сегодня батюшка на проповеди сказал очень важную вещь. Помните, что он сказал, когда говорил, читал и говорил? Вдруг заговорил ад, а я не имею повеления и никого не отпускаю. И Господь Христос берет и говорит, Лазарь, выйди вон, все слышали там. Я к чему вопрос подвожу? Есть секты, которые не признают душу. Помните? То есть такие, которые говорят, нет души. А тогда вопрос, скажите, пожалуйста, где был Лазарь, в каком месте? В аду. В аду. А почему он? А мог бы он быть в другом месте? Нет. Нет. Почему? А еще не разрушены врата адова, да? И тело его лежит где-то в пеленах и гниет уже. А у многих уже тела нет, давно прах истлел. А души ждали Христа, когда Господь спустился в ад и вывел. И я думаю, еще мне мысль такая пришла. А почему Лазарь-то умер? Он же вроде бы его воскресил. Но ад имеет абсолютную власть. Вот до момента, когда Христос разрушил, я не имею повеления никого отпускать. Значит, видимо, Господь не давал никому, согласитесь, да? И многие, кто его признали, я думаю, когда Христос спускался, Лазарь сразу же его узнал. Прям сразу же его узнал, потому что он уже его воскрешал. Он уже знаком с ним, он уже слышал его голос. И я в отношении того, что есть секты, которые не признают вот как раз это место и показывает о наличии души. А вспомните, когда Экклезиаст говорит, да все, суета, сует, который использовал все радости мира, так сказать, я, говорит, не понимаю, как можно жить так. Все праведники уходят в ад, все грешники уходят в ад. А какой прок-то от этого? И как раз это место показывает, что иудеи все были в аду, все в аду находились. И ад отвечал, сегодня батюшка как раз об этом говорит. Это очень важный момент для тех, кто можно показывать, прям где и что, что душа существует. Но у меня все как бы. Спасибо, Христос. Еще у кого есть соображения там? Мысли какие навеяны чтением толкования на сегодняшнее Евангелие? Ну хорошо, хоть не спим. Вы нам обещали, что-то для времени нет. В следующий раз будем разбирать какой-то вопрос. Прочитаем. На занятиях. Напомните потом. Я сейчас не помню, о чем говорите. Да, еще у кого есть? Говорили, что подготовили что-то, но некогда прочитать большую. Ну, поговорим. На занятиях. Поговорим об этом. Вспомним. Еще у кого есть слово? Просьба, пожалуйста, да? Вы знаете, братья и сестры, вы меня простите, Христа ради, я так это с небес на землю опущусь. Я хотела сказать, вот я бывший наблюдатель,
еще, не знаю, Игорь у нас наблюдатель, еще кто у нас наблюдатель? Александр Михайлович, Виктор Андреевич, ну вы тоже наблюдатель. Я просто о том, как вот, как Христу у нас подходит еще более-менее, а вот как причастие, сестры, у нас храм, это храмовая часть вот этого здания, буквой П как бы расположена, и сколько раз уже говорили, готовитесь, я как обычно не вижу здесь тех, кто нарушает. Вот. Идем по чину. Сначала дети идут, потом мужчины, братья, потом сестры. Выходим все для причастия вот в эту половину храма, где братья стоят. Сегодня вот, понимаете, мы создаем друг другу суету. Мало того, что мы с детьми вот тут все толкемся возле этого клира. Потому что вот подойдешь и хочешь и отойти, а тут уже смотришь в этой части, где сестры стоят, глухонемые. Там выйти некуда, потому что сестры стоят, готовящиеся к причастию. Выходим все вот в эту часть. Что ко кресту каждое воскресенье, что к причастию. Сюда, с этой стороны, только дети подходят, и те, кто с клира. Я правильно говорю, Виктор Андреевич, или нет? Может, пошли? Ну, мы об этом уже говорили. Каша в голове, не в голове, а во рту. Потому что, ну, некуда. Потом причастники все идут, братья, и тут опять сестры стоят. Там и так узкий проход. Ну как-то маленько, давайте разумение включать. Простите, Христа ради. Спаси Христос. Спаси Христос, хорошо. Примем замечание. Да. Примем. А я даже. Ну и вопрос можно? Да. Сейчас я разговаривал, Сережа задал вопрос, говорит, а скажи, пожалуйста, где там слово ад вообще было? Есть ли слово ад и что это имеется в виду? Где? Вот он вроде как задал вопрос, а в аду ли он был? А где я... Ну, где был Лазарь? Нет, я почему так тебе обратился? Ты сказал, что это место, которое читал я, можно привести доказательства в качестве доказательства наличия души. О наличии души, ну и, соответственно, ада. Я только что прочитал, я не увидел, что конкретно сказано, что Лазарь был в аду. Это не доказательство. То есть это не может являться доказательством для сектанта. Но я задам вопрос, где? Ну ты же сказал, я тебя и спрашиваю. Ну а батюшка сегодня что говорил об этом? О Лазаре читал, как раз именно об этом и говорил. Ад заговорил и говорил, нет повеления. И Господь на проповеди слушали сегодня? Это толкование. А толкование сектанту ему как припарка, знаешь. А слово Шеол? Шеол, где Шеол? Давай, ну, ну. Ну, у нас есть конкретное место, Евангелие от Луки, 16 глава, притча о богаче Лазаре, где конкретно говорится, то есть, что есть, что Лазарь, этот богач, будучи в аду, поднял глаза свои и увидел. Нет, это вот и это. А в этом месте нигде не говорится, что ад. Это раз, а во-вторых, ад, а он, как он может Богу ответить, что я, говорит, у меня нету на это повеления. И ад же Бог сотворил. Как он может его Богу запретить, что я не могу его отдать? Тут нестыковка какая-то. Еще, брат, еще да? Ты сказал, Алексей, что все шли в ад, а там было еще лоно Авраамова. То есть богач, будучи в аду, в муках, а Лазарь где был? Тоже в аду. Лоно Авраамова. То есть, тоже в аду. То есть был ад, а было лоно Авраамова. То есть это были разные вещи. Это тот же ад, только другое место. Но опять же, не доказано. Где ухаживает? Тоже там, будучи в муках, там нету слова в аду. Там написано, а богач в аду, будучи в муках. А этот поднял и был. Было лоно Авраамова. То есть Авраам был где-то в другом месте. Ад – общее слово. Общее понятие. То есть неточное изложение мысли. Брат, извини. Так, что ты сам начал? Еще я хотел сказать, нестыковка в голове, что вот молиться за того, за вашего знакомого. Владислав. Владислав. Вот лично я знаю, что молиться хорошо тогда, когда он хочет этого. Потому что Господь никогда против воли человека он не действует. Если он знает, что он не обратится и не примет эту истину, то Бог ему не открывает. То есть этого друга вашего надо спросить. Давай мы все будем за тебя молиться, чтобы Бог тебе открыл. Вот тогда вот молитва действенна. Да. Игорь, тогда на общей молитве, молясь за власти, а они, думаешь, будут согласны, чтобы за них молились? Нет, здесь президенты власти, все остальные. Они знать не знают. Нет, нет, совсем другое. Туда Бог открывает истину свою. Истину, свою истину. А за воинство, за начальство, за президента, это когда Господь управляет ими в нужное русло для спасения всех. Ну, так и здесь это частое открытие. И в этом тоже плане. Это частое открытие истины. Это истину открывает так, Господь. Так вот и о сыне моем тоже я прошу молиться. Тогда не нужно молиться, потому что он не просит этого. Давайте не будем о нем молиться. Ну-ка, наш. Ну так наш. А тут это тоже. Секундочку. Можно тогда, скажите, пожалуйста, когда Господь... Потому.
когда Господь говорит, благословляйте проклинающих вас. Какая разница, благословение или молитва, что ли? Более того, благословение это еще более, так сказать, жесткое. Тебя проклинают, а ты берешь и благословляешь. А уж молитва, извините меня, это вообще воля твоя. Почему ты не должен молиться о мире, о друзьях, о близких, о врагах? Я отвечу. Подожди, ты почему перебиваешь? Он говорит, ты перебиваешь. Все. Во-первых, когда ты благословляешь проклинающих, ты показываешь, что в твоем сердце нету такого расположения, как у него к тебе. И ты этим самым свидетельствуешь о том, что вы разные люди. Ты христианин, ты должен отвечать, независимо от того, что тебя делают. Благословляют, и Бог повелевает. Это разные вещи. Когда смысл твоих слов не молиться. Нет, молиться. Но его лично спросить, чтобы он почувствовал эту помощь. Тут психологический момент, ты не понимаешь. Не понимаю. Вот не понимаю. Брат Николай, брат, понял. Даже в голову не укладывает. Я понимаю все, но Виктор Андреевич не сказал, что он попросил молиться о нем. Нет. Поэтому Виктор Андреевич всего лишь сказал, что помолитесь о нем. То есть мы молимся, да, вот утром, там, вечером, когда. Всего лишь молитву об этом Владиславе. Чего вы уперлись-то в него? Вот когда он попросит. Нет, его, помолитесь о мне, вот тогда можно поднимать этот вопрос. Нет, брат, ты толкнешь воду в ступе, садись. Братья и сестры, братья и сестры, ну, давайте мы так будем говорить. Я прошу о том, чтобы Господь знает, какими способами, средствами вразумить моего сына, чтобы в нем вера христианская появилась, окрепла, и чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Равно как о сыне, я молюсь и об этом Владиславе. Потому что вижу, что человек ищет, но не может найти в этой сложной ситуации. Я пытаюсь ему помочь и привлекаю к этому божественную помощь. Только и всего. Сам Господь знает, какими путями, какими средствами. Он может его в такую ситуацию поставить, в которой он возопит. И я когда свидетельствовал среди своих этих коллег, одни принимают, а другие не принимают. И я сказал, но у Бога есть много средств, и если угодно Господу, чтобы ты был спасен, Он поставит тебе такие условия. И те, которые приняли мои слова, они говорят, вот видишь, вот именно так и будет, если ты будешь противоречить и противляться. А вопрос еще, скажите, есть ли вообще в молитве, за что нельзя молиться? Есть, оказывается, да, есть особое место, где, ну он-то живой, он ходит по земле, куда сразу приписываем, туда, куда, за него аж молиться нельзя. Человек, у меня даже в голову не выходит, он сказал, говорит, что не молиться. Да, я же не сказал не молиться. Да не надо спрашивать его, а мы-то молимся иногда, порой люди не знают об этом. Так что спасибо, Христос. Непонятно. Так, базар оставим. Руку поднял, сказал, да. Ну, в общем-то, некоторые вещи кажутся очевидные. Тут как-то мы начали это все раскручивать. Мысль такая. Вот человек, если попал в экстремальную ситуацию, сбила машина. Он потерял сознание. Он мертвый. Он уверен, он живой, но еще, ну, не может. Кома, скорая помощь подъехала, она должна у нее спрашивать разрешение, помочь ему или не помочь. Или по закону, как по закону, я говорю, по закону. Или они должны дождаться, пока он очнется и спросить, можно вам? Просто мы его берем все-таки? Есть такая статья за неоказание помощи. Вот, не за неоказание помощи. Вот. То есть все-таки без разрешения можно помочь человеку, умирающему или утопающему. А иногда он даже и не поймет, что с ним происходит. Да. Я хочу, братья и сестры, вас призвать. Там у нас лежит на веранде Евангелие маленький. Как легко с ними благовествовать. Вот мы с Полей ходим сейчас к логопеду там. И тут приходят очень много родителей с детьми на занятия, потому что там по времени много кабинетов, и они все садятся. И с этим Евангелием вообще люди берут с удовольствием. Причем там вопросы идут первые. Для чего мы верим, почему... Как Бог сотворил все, как спасение приобрести. И очень легко по этому Евангелию показать людям и раздать людям. Оно ничего не весит, практически места не занимает. Поэтому берите хоть помаленьку. Вот сейчас тем более неделя такая страстная. Пасха, можно дарить.
все вместе и с вербочкой, и с куличами, и с яйцами. Как подарок будет. Может, кого-то отклонили. Любовь Николаевна. Спасибо, Иисус. Может быть, даже немножко не в тему. Нас сегодня встречали животные, собаки. Какая безопасность, если они это могут нас и разодрать здесь? Простите, пожалуйста, спрошу тогда у хозяина. Я не знаю, какие они ручные или нет. Ну, у нас тут еще и маленькие дети. Знаете, ручные. Они бродячие, как я понимаю. Бродячие собаки. Они прикормлены. Я видела, что Назди кормит на территории и не за оградой. А раз он кормит на территории, Сереж, поясни, они будут считать эту территорию своей, если их здесь кормят? Они каждый день здесь, они каждый день. Вот просто вчера они уже порвали кошку у Надежды Васильевны, она ничего не сделать не смогла, она плакала. А вот сейчас сестра пошла гулять, она боится, потому что они уже перепрыгивают через забор, они в ограду, это их территория. Три, четыре, ну просто страшно, я не знаю, как это вот. Пусть собачник объяснит. Мы боимся, например. Что, Игнат Тихонович, он тоже собачник, и похлеще меня может быть. Я ему все это говорил и предвидел, что такое может случиться. Кошка – начало беды. Я, у меня душа болела, говорю, не надо этого делать. Вот. Да, действительно, их здесь кормят, они охраняют. Уже жаловались люди уже, что они их облаивают. Это нормально, где собаку кормят, она эту территорию охраняет. Ей вложил Бог. Псы бредящие, лежа, ленивые. Это плохие псы, а эти хорошие, их вон какой человек. Да и будут его охранять. Конечно. Поэтому бойтесь. А выход-то какой? Еще. Не кормите на территории. Хозяин объяснит, ответит на этот вопрос. Жалуйтесь. Еще. Это тихо, отвечайте на вопросы и на остальные ваши. Реплики, комментарии. У меня есть. Тихо, молчим. Ирина, посмотри, кто в коридоре. Пригласи там кое-кого надо. Буду говорить, их касаться будет. Я напомню о своей должности здесь. У меня есть какая-то власть, я староста здесь. Обязан смотреть за зданием, не протекало, а в одежде, а в книге у батюшки другое. Мы вводим небольшое изменение здесь вводим. Мы купили накладку, замок закрывать будем кочегарку. Понимаете, продукты находятся, кочегарка, дальше детская, батюшкин кабинетик здесь трапезная, везде. В кочегарку забегают дети и играют. Это по технике безопасности опасно и чрезвычайно опасно. Я зайду, они стали. Я отошел в сторону, гляжу, они опять балуются. Раскаленная дверка находится на уровне там 60 сантиметров от пола. Ребенок упал щекой. Что дальше будет? Это на всю жизнь. Да ладно, еще дальше что-то не будет. Значит, старший над кочегаркой, тот, кто там работает, Володя Пащенко. Он в день раза три или четыре бывает здесь. Растопил, теперь второй раз бежит, трубу надо закрыть, третий раз бежит, добавить надо, еще раз закрыть трубу. Он постоянно где? Здесь. Ключ будет у него, но мы там сделаем. Без разрешения никому не брать. Кочегарка будет закрыта. У кого что там в кочегарке есть, нужно будет забрать. Я объявил, вы слышали? Можно вопрос? Не надо. Вопросов нет, я кончу когда, тогда и вопросы будут. Значит, по кочегарке. Кочегарка будет закрываться. Не надо ни голосовать, ничего. Я единовластно решаю этот вопрос. Как смотритель этого здания. Расслышали? Зайдите еще раз и глядитесь. А если не взяла, в следующее воскресенье придешь. У нас на стенке написано, никому не открывать храм, кто что-то забыл. Почаще смотреть надо, что мы на собрание принимали. Значит, к сестрам. Без моего разрешения ни тюль, ни шторку, ни стирать, ни снимать. Я очень прошу не нарушать этот порядок. Не снимать, не стирать, не отрывать. Прибью, гляжу, оторвали. Этого не надо делать. Это неблагословенно вам будет. Дальше. У нас на столе лежит журнал. Его издает Олег Рыжков, диакон. Живет в Искитиме. Журнал бесплатно раздается. У них уже 70 тысяч, что ли, экземпляров. Это очень большой. Для Америки это... чрезвычайно большой тираж считается. И там на добровольное пожертвование.
Я считаю, что старшая здесь могла бы, Людмила Степановна, ты обратись к сестрам, кто желает что-то сделать, пожертвовать на этот журнал. Я с ним связался, находясь с этим редактором, мы поговорили, я материалы дал ему, но он уже готовый. Ну, он знает, если что, взять придется. Через нее. Сколько, что, это добровольно, никто не знает. И отослать ему там дается в каждом журнале счет, куда послать. Ну, мы берем так, бесплатно. Бесплатно, не бесплатно. Это кто-то должен выкупить, и кто-то дает больше, кто-то меньше. Сестры у нас щедрые, в прошлый раз уже что-то вроде давали, я не знаю. Через кого журналы приходят, имейте это в виду, бесплатно. Но вы думаете, что если чуть больше дашь, кто-то получит бесплатно, разве плохо это? Мы за Евангелие, вы знаете, как платили? К нам сколько раз обращалось библейское общество, мы помогали, и каждый раз шестизначной цифрой. Для наших-то пенсионеров это как раз было. Он приехал последний раз, Булатов Алексей Владимирович, говорит, а он до Дальнего Востока, Сибирское библейское общество. Вы у меня вышли, говорит, на первое место Крестовоздвиженского общества, а в основном-то там протестанты. Будьте щедры для Бога. Прошлые годы, когда была советская власть, у нас были деньги, мы работали все. И когда десятина накапливалась, не просто десятина, священство это одно, другое, что у тебя остается. Вот, к примеру сказать, у меня знакомый, близкий нам, уехал на север, работает, на золотых приисках. На американском там бульдозере работает. Приехал через это 5 лет. И опять к нам в общество. Я говорю, ты платил десятину? Нет. С ворами не знаемся, ты святотатец. Больше десятину? Да я отдам сейчас же. Садись, считай. Но у меня деньги есть на книжку. Он посчитал, как раз рассчитаться. Но цифра была очень солидная. Мы дальше молимся, куда деть? Люди сытые, как неплохо при Брежневе, но голодом не морились. Духовная жажда. И мы знаем, единственный, кто издавал, это отделенные баптисты. Инициативники назывались. Это было на второй, вот как, западной или где-то 144. Мы ходили иногда к ним. Мы собрали все, что у нас есть, и отнесли. Тогда был Фурсов Володя у них, пресвитер. Да ну, да как, да мы не вам даем. Люди жертвовали жизнью, чтобы печатать. Их не только ими занималось КГБ, а ГРУ. Вертолетами разыскивали. Они в подземелье там сидели и печатали. И когда везли через горы, кто-то узнал. И машину вместе с людьми раздавили в лепешку. Кто это сделал? Там Евангелие, все в крови было. И им сроки навинчивали, будь здоров какие. И мы туда помогали. А написалось, продажа не подлежит, бесплатно. Бесплатно никто не будет, их кормить, поить надо, и аппаратура должна была быть. Это я говорю о журнале. Сегодня Никита считал, а где он у нас? Никита Устина. Ушел. Так, ты ему скажи. Он считает, совершенно не думает, что тут люди есть. Вот если взять по диагонали, он в самом дальнем углу стоял. И в тот угол. Уткнулся в другую сторону. А у нас стены, и только через дверной проем голос слышится. Я стою рядом, я мог бы слышать. Нет. Выходит Игорь Глушков, считает, каждое слово слышу. Севастьян считает, слышу. Батюшка еще дальше в алтаре, я слышу. Его ни одно слово не слышу. Вы рядом стоите, почему не подсказываете, старшие? Он молодой, только начинает. Говорили. Но подсказал. Молодой читает не часто, наверное, пока еще нет. Надо, поэтому дома тренируйте. Тренировать. Меня архиепископ Варфоломей сватал в священники, и среди храма громче еще во всю головушку закричал. Больше не можешь, нет, у меня жезлом ткнул в Бога, значит, такой ты и будешь. В диакона сначала рукополагать. Надо согласиться. Возьми какую-нибудь указку маленькую его, шевельни, скажи громче. Вот так, покажи ему выше. Выше. Тамара знает, как это. У меня низкий голос. Это отца унаследованный. Так, меня беспокоит несколько человек, которые не причащаются давно. Долго не причащался кто-то. Бывает, человек впал в грех, самоотлучение называется, он вышел. Священник не знает, эпитемию не накладывали. Он может выйти, да, может. Но священник должен знать. Мало ли что бывает в жизни. Ты даже не хотела, получилось. Ну, Бог тебя спас. Но случилось, ты сам знаешь, ты виноват. Авария на дороге была, переписали другому. С жертвами. Вина твоя. Милиция, полиция не разобрались. Ну ты-то знаешь, душа-то скорбит. Скажи священнику. Скажи.
Срок будет со дня исповеди, когда священник скажет, накладывается на семья. У нас есть, которые долго, несколько лет не причащались и обрадовали, теперь они причащаются. У нас написано такое, что если в течение года не был на исповеди, не причащался, то выходишь в коридор, в притвор. Есть люди, которые никаких замечаний за ними нет. Нормально все. Вы с батюшкой разрешите этот вопрос. Без причастия нет спасения. Нет. Потому что причастие – жизнь. Кто не будет есть плоть из Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни, духовной ревности, ничего этого не будет. Как это? Решите вы сами. Священник еще живой. Не, называть вас по именам или не надо? Знаете, о ком говорю? Знаю. Ну, вот так. Пойдите и узнайте. У нас был один отлученный, стоит около меня, и видно, что уже... Я знаю, за что он отлученный, там у него небольшая эпитимия. Выпивал. Это на 2 года отлучается. 2 года он отстоял. Да ни в одном храме это сегодня не делается. И он говорит, а когда мне можно идти? Я говорю, сегодня, батюшка, здесь иди. Гляжу, уже причащается. Батюшка разрешил, все. Вы о своей душе сами заботьтесь, но не буду я подглядывать. Я немножко скажу об одном человеке, самом добром в Ветхом Завете, безукоризненным. Никто столько добра не сделал, как он. И его нету в канонах, его нету в святцах. Ни одного храма в честь его не было за 2000 лет. Ни одного ребенка в честь его не назвали. А ему равных нету. Нету, я сейчас перечислю. И все это, что он делал, мне близко. Нету, почему? Вот вопрос. И никто никогда не задавал. Когда я задал, сразу как глаза открыли. Ну, хороший Давид. Хороший. Хороший. А что он сделал? Он 2 раза должен был по уголовному кодексу пойти под смертную казнь. Чужую жену отнял? Смерть? Что, для царя другой закон был? Почему его не убили сразу? Бог над ним был. Далее. И жену отнял, а мужа убил. Вы знаете, говорит, Урий Хитиянин. Не кто-то, это охранник царя был, это ОМОН тогдашний был, голубая дивизия. А если бы не тот муж, о котором я говорю, псалтыри бы никто не знал. Косвенно все на нем сводится. Соломон, мудрее некуда. Пишет притчи Соломона, Экклесиаст, премудрость Соломона. Это книги, которые им написаны. А что он делает? Идолом кланяется в конце. Жены развратили его сердце. Ну, я, ладно, схожу в твой храм, а ты сделай. И он им строил свои капища, этим женам. А набрал-то ни худо, ни бедно, 300 жен до 700 наложниц. И как бы не тот человек, которого церковь пренебрегла, не было бы ни одной книги Соломона. Ему, этому человеку, не то что препятствие, по книге Гиннеса равных не было и не будет никогда. Неповторимые моменты истории он захватил и во главе их стал. Я буду перечислять первое. Он выводит народ из плена. Они вдвоем были, 2 товарища. И оба они есть в Библии. Другой тоже написал книгу. И он к царю, второй друг его, наконец говорят, отпустите народ. И царь пытается дать им охрану. Он говорит, не надо, мы на Бога надеемся. Если угодно, он нас спасет. Ну что, важное дело сделал. 70 лет были в плену, они томились, новое поколение, Иерусалим не видели. Благодаря этому человеку, он близкую связь имел с императором тогдашним, и вывел народ. Это нельзя повторить, больше никогда не было. Герцль, другие, которые в Иерусалим, там сионское движение, сионистское, это все другое будет уже. Промасоненное. А это были люди, угодные Богу. Второе. Приехал на развалины. Враги вокруг со всех сторон. И в одной руке топор держит, ножовку или кельму, а в другой оружие держит. Враги со всех сторон. Пишут кляузы императору. Заморозимся. Он говорит, первым делом стену восстановить, чтобы спать можно нормально было. Это он все сделал. Далее отстроить все. Но богатенькие-то приехали, а бедным есть нечего. Они стали в долг брать. В долг нечего. Они стали дочерей продавать им. Дочерей продавать. И сыновей. И он узнал. Я, говорит, бил их, рвал им волосы. И он скорбел и плакал. И вызвали из плена вторично дома, когда пришли в Иерусалиме. Как церковь могла этого не увидеть? Далее. Ему принадлежат 3 книги в Библии. Далее. Он собирает все книги, Ветхий Завет свод делает. Это один и тот же человек. Это невероятно.
Он должен был разбирать правильно, неправильно написано. Никаких еще не было соборов. Он сам решал, каноническая, неканонической книги. Это вообразить нельзя. Это огромный должен был бы коллектив профессорский, цензорский. Бог его одному дал, и церковь его не считает святым. Почему? Монахи. Я десятилетия думал, искал ответ, нигде в литературе нету. Я тогда понял, нет этого нигде. Ни один не знает, ни святой, ни Анкронштадтский, ни Игнатий Мречанинов, все молчат. Почему? Мы виновны перед Богом. Разве молчим, можем молчать? Никто не забыт, ничто не забыто. Главное, герой забыты. Благодаря ему мы имеем в руках Святую Библию. Вы знаете его имя? Поднимите руки, кто знает? Слава тебе, Христе Боже наш. Я могу это задавать сейчас, вот то, что сказал, не добавляя ни одного слова. В больших собраниях тысячи людей ни один не поднимает руки нигде. Вы пойдете сейчас, знаете, помолитесь, чтобы он походатайствовал о нас, о нашем небрежении, диком, безумном забвении. Ему подражать тогда нельзя. Ни одного храма сейчас его нету. Это святой Ездра. Что я назвал? Кто? И главное, что за ним, за Давидом, такие грехи, за Соломоном, другие, за ним нигде ничего нету, одна святость. Самое-то главное, бывает человек, ну, правильно делал, он сохранил эти книги, псалтыри не было бы. Считайте, по Риме и не было бы их. Это он все сделал. За каждым что-то где-то плетется. За Моисеем какие-то там, ну, было такое, даже с дьяволом архангел спорил. А Аарон там и вылил идола, у него ничего не было. Даже когда пришел, он сделал удивительное дело, неповторимое. Приехали, а жены своих, от сириянка другая, киргизка с ним рядом, немка, англичанка. И он говорит, что вы делаете, куда травите семя святое? Значит, ЗАГС, работайте. Всех до одного развести. Всемирный развод, такого никто не слышал никогда. И представьте, когда выезжали, жены там, они прощались с родителями. Ну, хорошая же, как Руфь пришла, там, мавитянка-то. Ну, и... отстала там Орфа-то, но она тоже была хорошая. Как они говорили, ну какие-то весточки от внуков передавайте, ну, в далекую страну. И вдруг видят, они идут домой, на плечах или на ослах, тащат все поклажи. Что случилось? Я сама не знаю. Развод, жили нормально, и вдруг пришел муж, сказал, все, выходи. Нагрузил меня, отправил. Ну что, скандалили? Да что ты, мы душа в душу жили. Ну вообразите к себе, молодые, старые. Что они думали об Ездре? Они его проклинали день и ночь с ними вместе. Но он сделал то, что Бог повелел. Он сделал развод по всей стране, и потянулись караваны разведенок. Эту картину надо до глаз представить, и ты плакать день и ночь будешь о своих дочерях, сыновьях, которые верующие, кого за себя взяли, где женились, за кого вышли. Понятно? Я сегодня постараюсь это высказать вот еще в другом месте. А у православных? А вот слушай внимательно. Кто из православных был такой, которого церковь православная, монахи признали святым, а в честь его была образована секта? Его именем стала называться, потому что он себя показал так, его считали Богом, Христос пришел. Его за Христа считали. Я вам дам такой материал, вы ужаснетесь. Неужели это было? Да, было. И было прям совсем близко около нас. Его именем секта называлась, их жандармы ловили, вывозили за город, они приезжали, они как бешеные делались. И он это видел, и ничего не мог сделать. Но ты же дал пример им такой. Мы сегодня считали, пишет его современник о нем, так и называется его именем книга. И пройти ему нельзя было, специальный проход сделали, как в храм приходить. Ему нельзя было выйти, сделали решетку, где он мог бы пройти, решетку сломали. От него старались оторвать хоть палец, хоть что-то на память. Одежду рвали с него. И вот стопчут, его нет нигде. Наконец, кое-как разден. Жандармы, конные пытались сделать еще. 60 тысяч человек на площади собираются. Спать идут, костры жгут, смотрят, где корабль стоит. Погас свет. Нет, это кажется. У этого человека свет не гаснет. Это даже о Христе никогда не думали, не об апостолах. Допустили в России это перед самой революцией. Вы знаете, о ком я говорю? Смотри, знаете. Иоанн Кронштадтский. Всех ионитов. Мне говорили, он и проклинал их, и бил, и ничего не мог сделать. Надо было раньше начинать. А теперь Иоанн Кронштадтский делал общую исповедь. Махнул Петрохилию, и все дети без исповеди. Священники за это берутся. Да разве можем ему подражать в этом? Восьмой том настольной книги священнослужителя, это при патриархе Пимене уже, и дальше выпускали, это капитальный такой труд. Там написано, говорит
Серафим Чичагин. Он митрополит Санкт-Петербургский, Ленинградский, был расстрелян. Уже был на пенсии, под 80 лет, и на постели принесли и расстреляли его. Коммунисты. Он теперь канонизирован. И он говорит, если он это видит, а святые видят часто, что на земле, он только может плакать и плакать. Какой он соблазн подал? Миллионы людей без исповеди идут, совершенно не понимая, что они в смертных грехах живут. Это от него идет. Его канонизируют. Я не против, я ему каждый день молюсь. Ну, маленько посмотрим, к чему доверяться. Согласно, во свете Библии смотреть надо. Какие данные? Данные я не простые вам говорю. Появляется статья. У нас крещение один принимал. Бывший председатель миссионерского отдела Томской епархии. Степаненко Максим. Кто его видел? Видите, кое-кто видел, знает. Он работал преподавателем в университете, как пишет он где-то. Ну и спросил у меня документ митрополита Сергия Иванникова, что он нынче давал русской народной линии. Там запрос сделали обо мне, кто я такой, по лагерю. И он ответил, я тебе везде выставил, и сейчас это тиражируется. И он его в пример ставит. Вот мы ему как митрополиту-то чужие, ну, РПЦЗ. И он так заступается. И последний раз, вот когда были напрощены, я подошел и поблагодарил его. Я говорю, он говорит, как на меня наседает, чтобы я вас анафеме предал, говорит. Но митрополита, недруги. И он, Максим говорит, за чужих заступается. А у нас свои архиереи своих поедают поедом. А себе что там с ними делают? Нас Бог наградил этим митрополитом. Ко мне нехорошие вести приходят, что будто бы уберут его отсюда митрополиты. Потому что в центре России нужны такие люди. Я о нем писал благодарность патриарху, и он мне сразу же ответил в лагерь письмо. Вы слишком высоко мою деятельность оценили. Вы видите, как мы встречаемся, как прощаемся. Он не пропустит, чтобы мне не обнять, не поцеловать. Он изменил температуру. Батюшка приезжает, наше о лагере объявление, висит в храме в Покровском на двери. Да они на столбах срывали, везде бегали. Он изменил всю температуру. Люди-то остались такие же, они не меняются. Но он и окружение его, небо и земля, как было. Вот будете молиться, помолитесь, чтобы Бог его сохранил для Алтайского края. Нам необходимо это. Я коснусь ваших молитв, которые говорили, надо, не надо молиться. Как молиться надо? Вы рассуждали? А что, может такой грех, чтобы не молиться? Да, есть. Два места Священного Писания. Иеремии, Бог говорит, и не взывай о них, и не молись, я тебя не услышу. А впереди говорится, что они делали. Вот читай дело, и все закончилось. Так они живые. Не молись, Бог говорит. Я их решил убить. А где это написано? Иеремия 48:10. Бог показывает меч весь в крови. И проклят, кто этот меч удерживать будет. Кто удерживает меч, этот будет. Почему? Кто делает дело Господне не бреже, не крестит ничего. Я на них, говорит Бог, я их уничтожу. Иеремия 48:10. И два проклятия сразу падает. Проклятием вы прокляты. Вы благословляете, а я проклинаю ваши благословения, Бог говорит. И то, что люди стоят, благослови. Феофан Затворник говорит, священник говорит, благословляю. А Бог говорит, не благословляю. Что там утверждено будет? Наши молитвы, благословения, они ничего не значат. Это означает только доступ до Бога. И Бог тогда дает. Молитва, вот она, ну, звук один только, она ничего не значит. Но по нему уставной молитве, а надо молиться, о ком вы сказали? Надо. Но вы ему должны сказать так. Если он будет все исследовать, тебе жизни не хватит. Это сатана его крутит на одном месте. Зачем тебе это? Чтобы ознакомиться с мировыми религиями, я тоже этот путь прошел. Для меня достаточно было недели одной. Недели, одной недели. Когда я уже уверовал во Христа, решил попутно все узнать. Бог все разложил. Едет евнух, считает. Он ничего о Христе не знает, считает Исаия. Это иудейская религия. И он взят был, и введен был. А Дух Божий уже Филиппа туда принес, диакона. И он подошел, слышит, считает, изъязвен был больше, чем паче лика человеческого. А он подошел и вопрос какой задать знает. Ну, на машине-то сейчас бы проскочил, а это на коне едет, там колеса, ни шин не было, натрясет его. И не зная языка, он читал, сидел, златоуз говорит. А ты понимаешь, о чем читаешь? А как понимать, если не наставят? А ты знаешь, знаю, залазь.
Ну и о ком говорится? Да, о Христе, это Спаситель приходил и оставил омовение в воде. А впереди заблестело озеро, а вот озеро. А что мне препятствует? Ну, если веришь. Да, конечно, верую. Все, сошли в воду. Кончились искания Владислава. Кончилось. И не просто было, а главный казначей царицы Кандакии. Это очень, ну, Кудрин, по-современному, может быть, сказать. Министр. Я не знаю, к месту, не к месту, это Кудрина-то приплел тут. Ну, к этому он как будто бы, вот. Значит, мы должны сказать этим людям, на размышление дается тебе один день. Успей, не успеешь, значит, колесница промчится мимо. Останешься и так и будешь по помойкам лазить и разбирать, а где там крошка хорошего хлеба выброшена. Не надо, застолье открыто. Иди к Господу, иди в Святую Православную Церковь. Иди к пастырям Христовым. А вон там и амулеты, другие носят что-то. Это самаряне. Они чтили и тех богов, и еврейского помаленьку. Ты скажи, самарянин, с вами знаться нельзя. Евреи правильно вынесли это решение. Прости, Христос. Ну ладно, тогда. Давай, я предлагаю вот по собакам решить вопрос и поставить этот вопрос на голосование. Значит, о собаках. Значит, кто, поднимите руки, кто за то, чтобы здесь Игнатий Тихонович кормил собак, тем самым подвергая опасности домашних животных, вот в частности погибла кошка у Надежды Васильевны и наших детей. Кто за это, прошу проголосовать. За это еще никогда не голосовал никто никогда. Пускай Игнатий сам скажет, ответит, что... Тогда ответит Игнатий. Ты маленько опоздал на один день. Уже давно указания ребятам, как сделать, чтобы собаки во двор не заходили. Там снег, они пристали. Они за двором, Игнатий Тихонович, проезжает человек на машине с детьми, и сидит три собаки вот таких. Но у него внутри, представляете, вы их любите, я их тоже люблю, но надо и любить тех людей, которым они неприятны. И они их боятся. За территорию-то можно кормить? Уже сегодня сказано, что прогонят. Сережа, сказал ребятам, они прогонят их. Ну кормите их вон там, за железной дорогой. Подальше. Ну, они по всему городу бегают, кормить там, а будут жить здесь. Да не возле дверей, а дальше куда-то отходить. Не кормите их возле дверей, знаете. Опасности. Христа ради. Хорошо. Может случиться. Уже случилось, кошку растерзали на этой территории. Что еще доказывать-то? Ну, про кухню сейчас поздно, опоздали уже. Ну, что ты такое? Тебе сказали, что я поясню. Владимир, ладно. Игнатий Тихонович, он сказал, и все. Ну, что я спросить? Так, Сергей, ты слышал, нет? На какой? На весь период. Вчера уже я сказал ребятам. Они будут отсюда прогонять их. Все, уже вопрос решен. Он говорит, чтобы от ворот тоже прогонять. Чтобы вы здесь не кормили возле ворот. А, возле ворот. Подойти нельзя, не кидывай. Потому что они будете прогонять, а вы будете кормить. Ну, а что, нет, я еще это внутри они заходили. Внутри. Кормить их надо вот туда метров за 300 уходить. У нас в течение недели открытый двор. И было, что через двор чужие люди. А когда собаки здесь, они начали уже спать здесь. То человек, видя, что лают, он никогда не полезет. Я тоже думаю о чем-то. И о храме, и о другом. Не просто собаки мне нравятся, я кормлю. Это тогда заведите собаку. Да, Сережа, я не будет она здесь собака, выезжаю. Ну, прогоняю, вопрос решенный. Выезжаете, вы уедете, они будут сюда ходить. Ну, не вы не даете, они что будут ходить-то? В пустоте. Да все лето они ходили. Вы уехали, они все лето тут паслись. Ходили, Игнатий Ильич. Все лето. И сестры здесь подкармливают постоянно. Постоянно сестры подкармливают. Не надо возле так, не Игнатий, надо кормить. Так, внимание. Так. Игнатий Ильич, общая просьба к вам. Вот не кормите их здесь даже у ворот. Вот подальше их. Вы любите собак, мы их тоже любим, но, как говорится, вот, хорошо, чтобы хорошо. Они были, чтобы была безопасность для наших детей, все. Для сестер. А вы прогоняете их, возьми комочек снега, там брось, они выйдут. Да. Ну, все, вопрос принят. Другое. Большая статья появилась. За что меня убьют? Вопрос очень серьезный. И выступает человек... о котором я говорил впереди. Впереди перечисляет, что за мной есть, и говорит, если он не вразумится. То есть определенно, четко предсказывает, пророчествует, что меня обязательно убьют. Но говорит дальше, перечисляет мою биографию. Я так и понял, если я не вразумлюсь, буду делать, как делал. Буду говорить, что крещением, мочением недействительное. Это первое, на первое место ставится. То есть я должен измениться.
о том, что должен быть церковь в порядок, оглашенный, выходит, он перечисляет все, он видел где-то. И если я не вразумлюсь, я догадался, о чем речь-то идет-то. Значит, я должен изменить и сказать, что был проходной двор. Перечисляется все, абсолютно все. И посты, что строго, и там то делаем. Это и в конце говорит, если не вразумлюсь, вразумлюсь, если бы что-то мое было, то говорится о том, что впереди сделано с моей помощью. Я тогда догадался, о чем речь идет. То есть поступают сведения, и вот такое дело. Значит, вы молитесь о себе. И молитесь о том, чтобы Господь сохранил общину, что в ней есть. Перечисляет все, что говорено в книгах, что мы распространяем. Потеряевка как строится, какой порядок церкви. Ну и прочее, там все перечисленное. Если не вразумиться. Разумеется, а ничего впереди нет. Впереди только вот то, что мы делаем, потеряевки там, как посты соблюдаем. Это все в то, чтобы вразумиться, то, что ничего этого не было. Так что вы помолитесь об этом. Помоги, Господи. То есть ни одного греха, ни одного отрицательного поступка не пишут, а только перечисляют самое положительное и в конце. За что его убьют, если не вразумиться. Больше ничего не написано. Ну вывод ты делай, из-за чего? Я-то это не костюм, только и ботинки. Я состою из чего-то. Занятия какие есть, здесь встречаемся, ну и прочее. Ну вот сейчас я был в храме на Благовещение, 7-го, рядом здесь, Покровский собор. Тише, тише. Понимаете, просто так, ну никак, я все же стою, молюсь и смотрю. Не приведи Бог туда, уже никогда нам туда не вернуться. Абсолютно никакого порядка. Каждый заходит, выходит. Заходит молодой человек, большая сумка на плече. Говорит, вот ты приезжий, свой-то зачем ходил. И у него шапочка на голове. Шапочка не такая, как у священника. Ну как два пельменя приплюснутые, там, защипленные. И он в шапке ходит. Ходит по храму, никто ничего не говорит ему. Ему можно. Священники выходят с чашей. Все без головного убора. Он стоит, даже никакой нету. Тогда кто-то все. Я хотел, он вперед продвинулся, сказали. Форму другой шапки придай, можно любой порядок наводить там. Торговлю они не уберут. Я молебен считался, как раз отец Сергий Беляев, бывший секретарь епархии. Я подошел, говорю, можно поснимать? Да какой разговор-то, он прям радостный такой. Я тогда встал на эту сторону, направо, в правом пределе, и Христос и Самарянка. Я говорю, сфотографируй меня, тут-то я не буду давать интервью, а на улице, а про эти иконы скажу. А на той Мария Египетская стоит, я под нее встал. Он снял. Когда выше, я говорю, вот это, когда Войтович был настоятель, я говорю, батюшка, а кто это рисовал икону? А икона хорошая нарисована, ну, стенная живопись-то. Сидит Христос, Самарянка, и дальше у него колодец, и краник, и вода течет из краника. Там у него насос стоит, Кама или Алтай качает. Я говорю, какая вода-то могла бы подняться на эту высоту? Он говорит, колодец глубокий, тебе нечем почерпнуть. А у вас... Да вы что? Он и не видел, наверное. Я говорю, ну это написано. Но они сразу краски замазали. Я знаю историю этих икон. Кто рисовал? Мария Египетская. Написано Мария Египетская. Я стал разговаривать, батюшка, да может это не Мария. Я говорю, написано Мария Египетская. Жизнь человека православного определяется смертью, но не тем, когда он обратился. Апостола Павла нигде не рисует, что он на коне. Ну, иконы такой нету, когда Савлом был, когда гнал, когда бил, побивал, там что там охранял, нигде этого нету. Изображается он или под мечом, или, ну, последнее, по кончине определяется-то. А здесь написано, она была сколько? 47 лет в пустыне. У нее ни одного дня евангельской жизни не было, не было. Она приняла крещение, то ли сама обкупнулась, или как, и ушла в пустыню. Ну, бывает, еще смирение плоти, она, говорит, умирала от жажды, от холода, от жары. Ей смирять уже нечего было, это была знаменитая блудница. Ну, в течение года она все умертвила. А остальные-то 46 лет, для чего ты там была? Для чего? Ну, а дальше все остальное, какие волосы были, белые, самая исхудалая мощи. Тут солидная дама стоит, волосы каштановые, ну, вся она как есть. Можно везде ее публиковать. Мария Египетская. С кого они срисовали? Со своих наложниц или с кого? Я это и сказал. А, сегодня пишет один. Вы только что столы там не опрокинули. Дойдет до этого. Будут столы опрокинуты ваши. Торговля идет вовсю. Снаружи выше самый большой крест стоит. Крест. И у него, у креста, 18 концов. Крест бывает вот 4. Вот у нас, смотрите, 8 концов. Ну, 8. Ну, раз, два, три, четыре. Восьмиконечный крест. Вертикальная
у него два конца, ну и 3, 6, 8. Бывает без нижней 6, бывает 4, как на резьбе священника. А тут 18 концов. На концах еще крестами вот так. Я говорю, 18, почему? А 6 и 3, 18. Вы даже не знаете, что делаете. Вы в крест влепили это при советской власти. Кто это делал? Но они никогда не заменят. Никогда не заменят. И рядом, которые кресты, вот так крест, а на конце шишкой, на балдашнике везде. Зачем? Крест Христа ничем не может быть украшен. Он украшен единородным Сыном Божиим, Бога-человеком, Иисусом Христом. Другого украшения нету. Ну, я только это и сказал. И сразу пошли отзывы, страшно какие. Я вроде бы ткнул факелом горящим, как будто бы в какое-то место. Вот и все. Вот о чем надо молиться. Притом это не в одном, не в двух храмах, а по всей стране и по всему миру. О чем я говорю? Это мирового масштаба события. Про Ездру, про Иоанна Кронштадтского говорю. Так вы что, не признаете? Я наоборот, я признаю. И говорю, почему? Святой, праведный Иоанн Кронштадтский. Нигде больше нет, а к нему это и святой, и праведный. Ну, раз праведный, значит святой. А святой, то и праведный. Масло масляное. Это нигде не говорят. Святой апостол Павел. Почему еще праведный-то не добавляют-то? А он там и женат, или женат, и там... Ну, то есть, совсем не так. И никто не подвергает анализу то, что вокруг нас есть. Возвожу очи к горам, от той стороны. Размышляя обо всем, и ты увидишь. Я должен здесь вмешаться. Я не сквозняк, чтобы пролететь им сказать. Они не послушают. Пророк сказал, будут или не слушать, не будут. Ты говори. Они как бурный ветер против тебя будут. А я сделаю тебя скалой. Они разобьются все около тебя. Отошел. Спасибо, Христос. Мне жаль тех братьев и сестер, которые ушли. Искренне жаль. Можно как можно мимо этого вообще проходить то, что мы сейчас слышим? Да, я не... Такие душеспасители, некоторые говорят, и опять одно и то же. А для чего мы здесь вообще собираемся? Для того же, для одного и того же. Для того, чтобы спастись. А если нет, так зачем топтать землю, двор? Зачем свечи, зачем все остальное? Вся атрибутика. Зачем приносить эту жертву общения? Вот это и есть жертва общения, угодная Богу. Когда мы слышим такие слова. Елена, после слова. Да. Игнат Тихонович, я хочу уточнить несколько моментов по поводу кухни. У нас там рукомойник стоит, мы руки детям перед едой моем, мы взрослые. Потом чайник, мы для занятий чай кипятим. На печке мы подогреваем обед для занятий тоже, опять же. Поэтому, если вы нас лишите вот этого всего, мы же не сможем... Лишаем. Только когда у вас будут все дети здесь, чтобы ни один не заходил больше в кочегарке. И там не устраивает там собрание. Кочегарка, там когда вы точно это примете, тогда будет так сделано, как вы говорите. А пока будет закрываться. Ну, может, кто-то, кроме Володи, вот я, например, чайник скипятить для занятий могу? Одна, можешь взять, ключ будет рядом висеть. Хорошо. Открыла, чтобы никто не заходил. А как детям руки помыть? Стаканы после вот еды? В вашем присутствии. С ребенком. Можно, идите, да? Помойте руки. Только с ребенком. Ну, вот я и хотела выяснить. Я вам поясню, тут все не было одних детей. Не собираться там до двое взрослых, чтобы никогда там не были. Согласна. А дети по одному. А еще у меня предложение оттуда вынести тогда вот этот. Вынести умывальник. Не надо. Нереально. Не надо. Именно под надзором, чтобы все было. Взяла ключ, отвечаешь, одного ребенка помыла, второго заводить. Двоих не заводить вместе. На лето этот вопрос не распространяется? На лето? Или только на зиму? Все время. Все время, да? Когда бы это ни было. По-другому нет. Чтобы там два взрослых никогда не было, и два ребенка одновременно не было. Ключ висит на стенке. И кто его открыл, ты должен также закрыть. А причина какая? Все. Печка топится. Чтобы... А летом? Без причин, я ответил, впереди. Не надо было говорить. А летом-то не топится? Ничего. Привычка выработается. Сделать и так. Привычка вырабатывается. Мы даже механически это уже делаем. Это кочегарка. У нее другого имени нету. Кочегарка. Все. Еще? Есть вопросы? Да, брат. Да, у меня. Сейчас вот... Игнат Тихонович говорил о Степаненко, вот я хочу заострить внимание на чем. И понять, вот, что им двигало, когда он писал такие слова. То есть, если человек не вразумится, его убьют.
То есть человек делает что? Он говорит, что в церкви должен быть порядок, что в церкви должно быть истинное крещение. И он, если не иронизируя, он говорит это, то он говорит: брак, ты дурак. Иными словами, на что Господь говорит, да будет проклятие, или кто скажет на брата рака, безумный, тот подлежит гиене угненной. Представляете, какая опасность? Я сегодня в интернете увидел, вот был, помните, Игнат Тихонович просил, говорил, что человек хочет покаяться в чем-то. Вот. Не называй фамилию, ничего не Я надо. Не называю фамилию, но я смотрел этот ролик с братом, и мы обсуждали активно, и после этого на занятиях мы говорили. Понимаете, человек уже перешагнул грань. И Господь отнимает покаяние. За какой грех? Единственный грех, когда говорит, не проститься ни в этом веке, ни в будущем. Это хула на Духа Святого. Что такое хула на Духа Святого? Это когда человек, явно видя дела, которые сотворит Бог, говорит, что это делает дьявол. То есть это и клевета. И святые отцы толкуют, что это не просто ты хулишь Духа Святого. Даже ты на христианина сказал, что ты делаешь это силой князя бесовского, это тоже хула на Духа Святого. Если ты делаешь дела явно такие, что делал Христос, ну вот они иронизируют, что вот сейчас даже и столы бы опрокинул. Да и опрокинет человек, понимаешь, у меня тоже, так, в нас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Если этих чувствований нету, вы амеба, вы блевотина, вам не холодно, не горячо, понимаете? И люди называют человека безумным, и уже нету покаяния. Он звонит, я хочу покаяться, а Господь отнимает. И он дальше продолжает ему, вразумись, сделай мягче, ну что ты. То есть все это уже дьявольский сосуд, который не хочет, чтобы этот человек делал богоугодные дела. Прости, Христос, не повторяйся, брат. Братья и сестры, я хочу вам сказать. Скажите, есть у нас вот такое, знаете, любопытство. Причем пустое любопытство. Если вас просят помолиться, если просят о ком-то и не хотят вам называть имя, Богу это имя известно? Да. Известно. Не любопытствуйте. Ой, а кто это? А кто это? Вот начинается. Ну зачем вам это нужно знать, если вам не говорят об этом? Да помолитесь, Господи, ты сам знаешь это имя. Вразуми его, наставь. И все. Да. Немножко насчет Максима Степаненко поясню Сергею. Он говорит, что когда перечисляют все эти дела, что Господь делает через иначе, он говорит, я явно вижу на этом человеке руку Божию. То есть он когда говорит о том, что если он не вразумится и убьет, он как бы с той точки зрения, да, тех людей, так, да. Да, тех людей, которые против него воюют, да. Против дела вот Божия. Да. Хорошее дополнение в разумлении. Да, я так и думал, что человек с юмором, он с иронией это говорит, что... Сказали? Тут даже не ирония, но просто как предупреждение. Предупреждение, то есть... Братья и сестры. О чем тогда молиться? Конкретно, вот, ну, чтобы вразумели Степаненко, а теперь о чем? Вот конкретно скажите, о чем молиться. А то тут так говорят, тут так не понятно. Ты на молитве спроси, о чем молиться. Заканчивай, батюшка делает предупреждение, скажет, на основании больше моей литургии. Не знаю, вот как ушедшим братьям и сестрам, наверное, не понравилось наше собрание. Мне понравилось, как и предыдущее. Живое, интересное, не безучастное. Не было спящих. Это хорошо. Слава Христу. Аллилуйя. Продолжение. Что будет у нас? Трапеза. Потом духовная трапеза, занятие. Еще вечером будет занятие сегодня в 6 часов? Да. Еще маленькая просьба. У кого есть дома скайп? Давайте молиться вместе. Это так хорошо. Потому что это под угрозой. Нас 3 человека собирается. Ну, присоединяйтесь ради Христа. Вы попробуйте. Мне мысль Господь эту дал, потому что у меня толстое чрево. А толстое чрево от того, что мы много спим. А много спим, потому что мы рано не встаем. А рано не встаем, потому что лень.
олень, вот этот человек может да, подожди, забыл одно дело сказать. У Нины Жолнеровой муж Виктор Матвеевич. Да. Он сильно болен. И она поставила задачу, чтобы он не погиб. Я, говорит, уговорила его креститься. Не о Христе идет, а покреститься. Он то туда, то сюда, наконец согласился. И крестить будут завтра 13:00. Я на Богослов, просьба прийти туда. Она мне звонит. Я выхожу из Покровского собора, она в это время звонит. Я говорю, только не вздумай платить деньги, иначе будете... Она молчит. Я говорю, еще молчишь-то? Так я уже заплатила. Господи, помилуй. Заранее. Ты что наделала-то? Да ты понимаешь, что ты наделала-то? Я говорю, тебе нужно сейчас что-то придумать. Эти деньги выпросить назад, они уже не отдадут. Ты скажи священнику, сделай ему там дня через три подарок какой-то, как священник. За крещение нельзя платить. Таинство будет называться порченная, симония. Об этом говорит патриарх Алексей II много. В тех храмах, где деньги, говорят, это настоящая симония. Будем наставить крещение. То есть священник должен быть извержен за это. Ну представьте, вот, одним выстрелом двоих. Епископ кого-то рукополагает. Чтобы рукоположили, он ему принес хорошую сумму. И узнали. Епископа сразу. И сразу кого рукоположили. Все, епископ больше никогда он не будет. Он извержен. Это одним выстрелом он сразу говорит, симония — это страшный грех. Симон, когда к Петру подошел, дай мне такую власть, на кого я положу руки, чтобы Дух Святой сходил. Это грех симония. И вот это берут за крещение. Патриарх Алексей говорит, это самая настоящая симония. Она заплатила. Помолитесь, чтобы что-то было как-то. Или в другом храме уйти, или ну, как-то то замазать, чтобы того не было. Сестра Алевтина говорит, что Нина Александровна звонила батюшке, и с батюшкой они же этот вопрос обсудили и решили. Все. Это на будущее запомнить. У нас крещение принимала вот Галина. И крестили как положено, и бесплатно, и полное погружение. У нас тут вообще разговаривать нельзя было полное погружение. А ее крестили. Вот наша дорогая сестра. Почему? Много молились об этом. И Бог отвечает внезапно, так что даже вздрогнешь. Это неужели Бог услышал? Невероятная вещь. О чем молились, и вдруг... У меня вчера только было такое, я развел руки. Господи, прости, мне даже трудно поверить, что ты услышал. Как камень стоял человек, и вдруг все по-другому делает. Я говорю, а как ты обратился? А я сам не знаю. Вот нашел на ваш YouTube, начал читать, и у меня все вот так пошло. Другая католическая семья, в другом государстве, далеко. Обратились... И работают книги, в основном вот этот конец из того, противосектантские. Вот в понедельник разговоры идут, в Грецию отправляются книги. Отошли только что в Италию дошли, в Испанию. Книг-то мало. Так что тоже надо молиться, чтобы Бог сделал как ему угодно. Молитесь за воздеяние рук. Здесь. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети, защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Авва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Владыка, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи Боже наш, любящий Отец Небесный,
Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, Владыка, Ты Дух Святой, молитву всех, кто молится о нас во благо нам, и исполни их прошение, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. И о ком заповедали, незнакомые люди молиться, коснись их сердца. Тебе слава за все вовеки. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. С Богом. Спаси Христос. Спаси Христос. Аллилуйя. Кто семечки принес и кому? Вам. Можно несколько штук на рассаду взять. Это я бы не сказала. Что у меня? Да, это с нашей рейки. Я купила новую. Сестры, красивые. Обижаете. Да простите меня, старая.